И всем привет, мои маленькие любители трейда, с вами как всегда Кунька присутствует, как всегда на моем канале, сегодня у нас 28 трейдов, давайте-ка на них посмотрим. Первый трейд, здесь Виртуса, да, находится на топ-1, и они, к сожалению, тертые, но зато также здесь имеются Титаны, и они уже на топ-2. И они вот как раз не тертые, минус всего лишь 65 рублей, это не критично, понятно, что тут за флот небольшой овер, еще район у нее 20 рублей, но даже если по 5% толкнуть от этих наклеек, понятно, что здесь тертая ВП, она, ну, никакой ценности не представляет, все равно это будет неплохой плюс, поэтому, естественно, хотелось бы такое залутать. Народ, вы сами понимаете, да, потом, если что, это можно будет продать, может кто-нибудь захочет себе тертых виртусов. Да, у нас DreamHack получается 14, господи, сколько же у тебя всего здесь, а? Пока вниз опустишься, уже постареешь. Так, что, давайте распишемся, сейчас обновление пройдет. Как всегда, когда надо принять трейд, Steam решил приказать долго жить. Ну давай, ну Steamушка, ну не тупи, родной. Все, трейд я принял, проверяем. Да, у человека теперь мой Neo-Noir 0.19. Ай. Ладно, это хорошо, это отлично. Погнали, что у нас тут дальше. Обновимся здесь. Здесь у нас БС, КСТ. Я, конечно же, прекрасно понимаю, что это мой любимый топливный инжектор. Но, естественно, любимый в кавычках, как и патина. Но надо понимать, что здесь 5% это не критично. Особенно если человек, допустим, читал по Стиму, то здесь даже, возможно, он пытался кинуть в ноль. Поэтому ничего плохого говорить про этого человека не буду. Дальше здесь человек уже тоже несколько раз мне отправлял трейды. Я ему говорил, неинтересно, неинтересно. Ну, опять же, здесь кажется, да, типа плюс. Но на самом деле здесь имеются, да, у нас НИПы. Поэтому такое просто отклоняется. Ничего плохого говорить не буду. Типа нулевой трейд. А здесь также, ну, нулевой трейд, но опять же, поношенный Легион Анубиса, зачем он мне нужен? Правильно, он мне не нужен. А следующий трейд, я даже не знаю, может и принять, конечно, по приколу чистую воду себе. Но, блин, чистая вода без стикеров, это все равно, что девушка без сисек, как по мне. Ну, что-то в этом есть, но что-то в этом не совсем уж такое и есть. Хотя, опять же, разнообразие скинов, почему бы и нет? Надо будет только сейчас пересчитать за ним и погнали, может даже примем эту сделочку. Вы знаете, здесь даже больше плюс получается, здесь, по-моему, подсчетом 14% плюса. Да давайте примем, а, ну в конце концов, ладно уж. У меня сегодня день и так веселый был, да, дальше в конце видоса увидите, поэтому советую посмотреть видео до самого конца, потому что там реально очень много всего интересного, веселого было. Ладно, пока тут прогружается на телефон, давайте пойдем дальше. Привет, можно в оценочку инвентаря? Собрал бюджетный черный сет, ты мой хороший, ты моя умничка. Черный сет, это интересно, интересно, я хочу на это посмотреть. Дальше здесь у нас ВВ. ВВшная чистая вода, ну блин, народ, ВВшная чистая вода, естественно, здесь имеется буст цена, мне такое неинтересно было бы, допустим, после полевых я бы даже рассмотрел вот этот плюс 6% с удовольствием бы. Дальше здесь минус 8%, опять же, ничего критичного говорить не буду, потому что в мои рамки от 5 до 10% он укладывается, то есть поэтому ничего плохого я говорить не буду, здесь вообще 5% человек бросит себе в плюс, но надо понимать, БС 1, БС 2, БС 3, это вообще мне неинтересно, а здесь БС еще и СТ, конечно же, такое я принимать не буду. Дальше здесь неплохо. Плохой, несомненно, трейд, потому что 0.20 флот на чистой линии, это, в принципе, неплохо. Даже, возможно, какой-то плюс, но надо понимать, что при таком трейде плюс будет слишком незначительный, и лучше этот ледяной уголь просто использовать в каком-то дальнейшем трейде, где уже я смогу выгодно его обменять в докид, и там уже поиметь хорошую сделочку. Но здесь сделка неплохая, 0.20, здесь есть за это небольшой овер, поэтому реально, ну, неплохая сделка. Распишитесь, пожалуйста, в профиле, я просто так в профиле ни у кого не расписываюсь. Кстати говоря, мы тут заимели же сделку с человеком, надо расписаться. Спасибо большое, что напомнил. Просто реально, ага, понятно, у него стена закрыта. А, ну понятно, как он у него расписался. То есть у него могут расписываться только друзья. Ну и хорошо, ну и ладненько. А дальше тут у нас что? Да, я уже принял это на телефоне, ничего страшного. Тут у нас что? Тут у нас, смотрите, народ, такая приколюха, то, что у меня как бы, ну, понятно, имеется переплат за флот. Переплат за флот здесь в районе 700 рублей. То есть получается, если отменить вот этот кошмар, то в принципе сделочка будет неплохая. Можно попробовать так сделать, я сейчас, конечно же, пересчитаю. И я решил, что я делаю теперь контрпредложение, ну, на видос, чтобы вам было интереснее, чтобы были какие-то трейды совершены еще во время стрима. Ой, во время записи. Я думаю, так прикольно, пишите об этом в комментариях, кстати. Вы знаете, я пересчитал и понял, что, ну, блин, здесь будет маленький плюс в районе 5%, но, опять же, те продажи, которые там дают это 5%, там флоты 0.45 были, а здесь 0.54, соответственно, такой я не смогу толкнуть по рыночной стоимости, ну, по предыдущим продажам, потому что там были 0.45, а за 0.45 есть переплата. Поэтому просто откажусь, можно было, конечно, ему положить удавы, ну, удав мой закаленный, да, но не буду этого делать, потому что человек изначально показал, что хочет после полевых себе, ну, не вижу в этом смысла, если честно. Оцени инвентарь, пожалуйста, бро. Удачи в развитии канала. Спасибо огромное. Давай оценим. Привет, Кунька. Это я еще раз. Хочу этот авик. А хотеть не вредно. Согласен. Не трогай мать, трогай батю, пожалуйста. Я не буду ничего говорить. Ладно уж. Ладно уж, ничего не буду говорить. Понятно, что здесь человек просто закинул. Просто отклоняется и все. В оценку. Конечно же. О, знакомые все лица. Знакомые все лица. Дальше здесь человек, конечно же, хочет, чтобы я ему подарил картель. Я этим...
Ну, не буду заниматься. Зачем? Камон, ну нафига мне кому-то дарить картель? Нафиг оно надо? Если я захочу заниматься благотворительностью, я лучше для вас буду розыгрыши делать. Я думаю, это гораздо будет прикольнее, нежели раздавать каким-то нищим идиотам из интернета. Что здесь у нас? Здесь у нас получается Викуас. Вишуас, Минюас. А здесь прикол в том, что... Ну, блин, народ, здесь все очень легко и просто, потому что... Ну, ВВшка, ладно. ВВшку я не хочу тратить, если сейчас. Хотя давайте посмотрим, что у нее по продажам. Да, продажи у нее не особо хорошие, поэтому я, пожалуй, тут отклоню, даже трейдиться не буду здесь, просто отклоняется. Дальше, здесь понятно, что у меня еще и овер за перчаточки неплохой, очень даже неплохой, здесь в районе, сколько тут районе-то, я все забываю эту цифру, сложную очень цифру, где-то, по-моему, 700 с копейками, 770, по-моему, 1700, что ли, или 700. Короче, здесь переплата за флот, здесь переплата флота наклейки, здесь переплата флота и то, что тут якобы 5%. Понятно, что если за дев считать, то 5% неплохо. Ну а так, конечно же, я не буду такую сделку совершать. А здесь калаш, оперативник. А то, что это минус 22%, и да, кто-то логично не отпарирует. Кунь, у него наклейки, у него 0.15 флот. Здесь 0.18 флот, за это тоже идет овер, поэтому никак он здесь не притянет, поэтому отказано. 50 соли солевому в оценку, конечно же, давай оценим Егор. Йоу, оцени скромный инвентарь, обновил чутка. Всем добра, давай, всем бобра, конечно же, оценим. А дальше, добавил человека в черный список, понятно, потому что, да, здесь человек переплачивает 39%, ну, 39 рублей, когда здесь наклеек на 3000 рублей. Да, народ, он просто переплачивает 1% за наклеечки, за фуллстак, когда я могу просить 100% от одной наклейки. И я думаю, алды, которые смотрят мои выпуски давно и постоянно, помню, что я даже уточнял в видосе, что я сам переплачивал почти 100% от одной наклейки. Да, народ, я сам соблюдаю эти правила, когда, там, допустим, меняюсь подписчиками и так далее. Вот, поэтому я это соблюдал, я за это переплачивал, ну а человека я закинул в черный список. Привет, бро, подскажи, пожалуйста, китайский совбаф 163, хороший для продаж и вывода скинов, ему можно доверять? Я не знаю, попробуй. Не доверяй никому, я всегда об этом говорил, даже мне не надо доверять, когда я делал контрпредложение, за мной тоже надо пересчитывать, потому что дальше вы узнаете почему. Здорово, ты что-то хотел, я хотел бы у тебя забрать стилет, хотел бы забрать у тебя доплер, потому что ты мне даешь 2400, вообще не интересно, я просто кидал предложение, мне было скучно, я сидел с вишней в дискорде и отправлял трейды. Я вшивый, фу, не-не-не, я тогда принимать это не буду. Давай, если нож, то ты мне какой-нибудь скинчик стоимостью этого кейса, вот это мне тоже понравилось, типа, ну давайте так, если там будет синька, то ты мне ее отдашь, давай так, если выпадает фиолка, ты мне отдашь половину стоимости кейса, давай так, если розовая, то ты мне ничего не отдаешь, давай так, если тайная, ты мне даешь от половины стоимости, ну, цены тайного и так далее. Народ, если я захочу открыть кейс, я открою кейс, не надо мне донатик есть, спасибо большое. Ради правды, был один донат от подписчика, когда мне чел задонатил кучу кейсов, просто задонатил безвозмездно. А я продал несколько штук, покрутил, и мне из одного из кейсов выпал юсп после полевых поток информации. Да, это было, я ему до сих пор очень благодарен за такой подгон, но вот такие подгоны я не принимаю. Дальше, минус мне 15%, естественно, я не знаю, за что я должен здесь переплачивать, но, кстати, обмен уже должен был быть отклонен, потому что этот авик отлетел. Но это тоже отлетело. Ну и, кстати, трейд сегодня был принят даже на видео, что очень здорово. Что у нас здесь? 9 сольки. Ну ладно, я не любитель людей последний забирать, поэтому просто отклоняется. Извиняюсь, что прервал просмотр видосика, но хотелось бы каждого из вас лично пригласить в свою группу по трейду. Здесь абсолютно каждый свободно может выложить свое объявление на трейд. Здесь уже куча всяких трейдеров, хорошенький актив. Поэтому трейдер здесь может выложить спокойно объявление. Ну а плеер может среди этих разнообразий объявлений выбрать нужный ему трейд, нужные скинчики и обменяться по более выгодному проценту, нежели мы будем обмениваться, да, сравнивать с CashMoney, TradeGG и другими сайтами. Также рекомендую подписаться на мою любимую группу. Группа называется «Я худею из ваших трейдов». В чем суть этой группы? Здесь абсолютно каждый может поделиться трейдами, которые отправляют им различные клоны в огромные минуса и так далее и тому подобное, поэтому группа реально классная. Люди жалуются, что им не приходят оповещения на ютубе, что вот пропустил видеоролик, пропустил стрим. Народ, на этот случай есть мой дискорд сервер. Здесь как только выходит видос, вам сразу придет оповещение. Как только я запускаю стрим, сразу приходит оповещение. На мой дискорд, на моей группе все ссылочки будут в описании. Что произошло в инвентаре и почему я все-таки не особо такой грустный и веселый, но все-таки грустный и все-таки веселый? Короче говоря, давайте по порядку. Это вы вчера помните, это я обменялся с подписчиком, по-моему, забрал у него 0.8 Сарикс, если я ничего не путаю. А, нет, подождите, это было позавчера. Вчера видос, я на видосе ничего не принял, да, то есть перед видосом. Зато после видоса на стриме обменялся с подписчиком, забрал у него скоростной зверь, забрал у него неоновый гонщик и кровавая пелена за свой скоростной зверь М4А1С с флотом 0.18 и с четырьмя стикерами Холланд. Там дешевые были стикеры, но все-таки были. А дальше получается это.
и это, и вот это я обменялся с своим подписчиком. Я думаю, давайте лучше сейчас перейдем немного в другой момент, чтобы было понятно, что за что отдал. Потому что так, я думаю, я вам буду долго объяснять на пальцах, но и вам будет не особо понятно. Вот он, скоростной зверь. Кстати, народ, пишите, стоит ли в конце видоса делать все-таки обзор не из инвентаря, а вот так вот. Короче говоря, это вы все увидели. Отдал я за это попа ВП, агент АВА, потом АК-47 неоновый гонщик с флотом 0.22, за это есть овер. Отдал опустошитель 0.21, за это есть небольшой овер. Ну и, по-моему, больше ничего такого дорогого. Ну, предателей не было ничего. На предателей ничего не было. А, так, все. Да, здесь больше ничего не было. Забрал вот это, но это вы уже видели. Дальше обмен был также с подписчиком, вот его никнейм. А здесь, получается, забрал тычковую паутину 0.15, за это есть овер. Я, естественно, это считал. Отдал зубную фею 0.19, за это есть овер. Отдал сланец, ну, там по копейке были за наклейки. По-моему, что-то за флот или нет. За флот, по-моему, не было, но за наклейки копеечку закинул. А здесь я не считал ничего, потому что я здесь закинул копейки, поэтому здесь не стал считать. И 0.16 охотничий. Ради правды, охотничий продавался за слишком большую стоимость 0.16, поэтому я считал именно. Его смотрел по ближайшим конкурентам и продажам, свой же смотрел только по продажам, потому что ближайшие конкуренты имели слишком завышенную стоимость, и, ну, это было бы крайне глупо по той цене считать. Да, народ, я на самом деле очень честный трейдер, поэтому стараюсь правильно считать. Смотрю и на конкурентов, и смотрю, что было по продаже с такими флотами. Иногда такое не удается, потому что не было продаж с этим флотом, и тогда, да, какая-то жопа небольшая. Дальше также обменялся с подписчиком, здесь 0.16 флот, также считал за это переплату, отдал второй игрок. Ну, переплата там мизерная за 0.26, она мизерная, но все же есть. И прощальный оскал. И дальше, наверное, самое печальное и самое веселое для хейтеров, потому что меня, ну, практически отымели. Связано это с тем, что все-таки расширение предупреждает нас о том, что проверять все вручную. Но я слишком часто начал доверять этому расширению, в итоге принял трейд. Изначально отображалось, что стилит 0.31, в итоге оказалось, что в обмене участвовал стилит 0.15. Да, народ, это очень серьезная разница. 0.15 стилит, там был очень большой овер, но ради правды и здесь перчаточки 0.15, и в итоге я совершил равноценный обмен, но для меня равноценный обмен сравним с обменом в минус, потому что теперь, ну, у меня просто, грубо говоря, 15 тысяч висит в трейдбане, который я никак не могу реализовать, и для меня все-таки это хоть и нулевой трейд, ну, по факту это нулевой трейд, для меня это все-таки минусовой трейд. Расширение меня очень жестко подкололо, потому что отображало 0.31 флот, а оказался 0.15 флот. Человеку я не стал выносить мозг, ну, то есть я ему изначально просто написал, чтобы узнать, какой флот у него был, потому что мне надо было понять, что затупило расширение Steam, или я затупил. Но я даже делал скриншоты, проверю, что сейчас перед вами показываю, если не забывал. Ну, да, сейчас показываю, я сам себе на этаже сказал сюда вставить. То есть был отображен один флот, а в итоге расширение, ну, неправильно отобразило, и, ну, надо было перепроверять, надо было мне перепроверить, так что может это и мой косяк, может не мой косяк. Ну, короче, вот такая сделочка произошла, поэтому хейтеры могут написать, что красавчик больше года учит людей трейдиться, в итоге принял такую сделку. Ну, а те, кто просто подписчики, не переживайте, нулевая сделка, это уж не так уж и плохо. Не в минус уже, слава богу. А дальше этот трейдик мы уже приняли с вами на видосе. Здесь получается имеется такой вот калашик и вот такой калашик. Ну и плюс ко всему наклеечка. Ну и здесь у нас, кстати, этому человеку списался? Да, списался. Ну и хромическую операцию я ему отдал, потому что и сегодня я уже одну хромическую операцию залутал 0.16, а эту я просто отдал и поимел тоже небольшой плюс, ну как небольшой, 14%, это довольно-таки хорошая сделка. Ну вот, поэтому так и обменялся. Да, народ, вот так вот жизнь трейдера учит перепроверять даже с расширением, которое я сам зарекомендовал, и чтобы вы, ну, понимали, что вот он 0.31, я не ошибся, и вот они перчаточки, они 0.15, то есть здесь оно правильно отобразило уже в инвентаре, но, к сожалению, во время трейда отображался вот этот стиль, это отлетел в итоге 0.15. Не было никакой подмены трейда, человек не отменял, не отправлял трейд повторно, это я уже все перепроверил, не переживайте, у меня не взломано пике, все хорошо, и человек меня не пытался заскамить, типа, да, но сначала я увидел одно, пока начал считать, он там, типа, отменил, отправил другой. Нет, народ, не переживайте, с этим все хорошо, просто вот так вот бывает, расширение пролагало, и написал мне Егор, кстати, который сегодня соль задонатил, что кунь, у меня была такая же тема. Так что, народ, да, вот так бывает, но ничего страшного, все равно, по челленджу сегодня я богаче, чем вчера, я держусь уже 11 дней. Это очень здорово, 11 дней подряд принимать сделочки. Плюс ко всему, сегодня было очень много сделок, но вы сами увидели. Вот, так что все хорошо. И, кстати, по поводу того, что вот, типа, вы увидели тычки там. Блин, вот бы у куньки эти тычки забрать, а еще 4 дня ждать, блин, так жалко. На самом деле, народ, нет, не переживайте. Вы можете пойти уже сейчас по ссылочке в описании, зайти в инвентарь, и здесь уже ни на чем не будет трейдбана. Связано это с тем, что я сначала заливаю видосики, они лежат на канале 7 дней, чтобы прошла монетизация. Вы увидели это либо в рекомендованных, либо в топах и так далее и тому подобное. Это сделано только для этого. Поэтому, да, мне не платят рекламы, но это напрямую зависит на популярность моего видоса. Поэтому все, что вы увидите, уже вышло из трейдбана. Поэтому, если вы боитесь, что я как-то накажу вашу мать, что-то плохое скажу про вас, вашу маму и так далее и тому подобное, не бойтесь, народ. Выбирайте скинчик,
Выбирайте скины, которые вы готовы за это отдать, и подписывайте. Кунь, я не шарю, пожалуйста, если что, сделай контрпредложение. Я с удовольствием сделаю контрпредложение, если меня заинтересуют ваши скины. А может, вы сразу дадите хороший плюс, как сегодня два человека, как мы с вами в начале видео увидели, да? В начале видео увидели. То есть, вот, человек взял, дал сразу хороший трейд. Да, я понимаю, что он не подписал, что она тертая, но он и не просил за нее, понимаете? То есть, он изначально дал в минус всего лишь 65 рублей. Это не критично. Ну, ладно, еще накидываем за флот. Он дал изначально минус, ну, где-то 80 рублей. Но... То есть здесь вот эти наклеечки, они это компенсируют, они смогут мне это обратно вернуть, отбить и так далее и тому подобное. То есть видите, здесь 1300, здесь 1000, здесь 2000 рублей. Вот, понимаете, то есть здесь все нормально, поэтому опять же он мне написал в ВК. Вот, так что может вы сразу дадите нормальный плюс, как вот этот человек мне закинул сразу плюс. Я расписался, принял трейд и никто не пострадал. Так что переходите по ссылочке в описании, со мной трейдиться не так страшно, как вам кажется. Вот, так что если не знаете, не шарите, просто подпишите. Я сделал контрпредложение, а возможно сразу с вами заимеем девочку, и все останутся счастливы. Вы будете с любимыми и красивыми скинами, при этом потираете меньше, нежели будете меняться на любой платформе, потому что любая платформа работает от 10%, а я всего лишь от 5%. Ну и я при этом что-то да подзаработаю. Ну а на этом у меня сегодня все. Спасибо вам огромное за ваши лайки, подписки, комментарии. Народ, они очень сильно меня мотивируют делать видосы дальше. За это каждому из вас огромнейшее спасибо. Ссылочки, которые смогут заинтересовать, будут в описании. Ну а с вами был, как всегда, Кунька. Желаю всем Пош, подружек, адекватных тиммейтов и дорогого шмота. Всем удачи, народ. Перепроверяйте всегда трейды.